Олексію, я дуже прошу розповісти коротко, що взагалі на Луганщині, яка ситуація, чого ви чекаєте завтра? Ну, сьогодні день більш-менш спокійний в Луганську, але в цілому ситуація дуже напряжена. Центр міста перекрит, по центру нерідко можна зустріти людей з оружием. Многі луганчане просто бояться передвигатися по центру міста. По суті, ситуація зараз така, що те сепаратистські движения, які у нас захватили адміністративне здание СБУ, постоянно розширяють свої барикади. Уже був захвачен парк, який знаходився недалеко від самого здания СБУ. І правоохранительні органи, по суті, бездействують, тому що я сам лично только за сегодняшний день наблюдал, когда несколько больших фур с песком и дровами подвозился к зданию СБУ, и милиция пропускала их. Это уже проходит буквально последние три дня. На замечания общественных деятелей, журналистов о том, почему милиция бездействует, она говорит, что никаких приказов сопротивляться или не пропускать фуры к зданиям СБУ не было. Хотя формально в городе объявлена антитеррористическая операция, но на практике мы ее не видим сейчас. Поэтому в целом ситуация очень напряженная. И, конечно же, многие луганчане, которые прежде всего являются сторонниками независимой Украины, таких очень много в городе Луганске, они обеспокоены тем, какое будет будущее Луганска, что будет завтра, и обеспокоены тем, что, по сути, правоохранительных органов в Луганске сейчас нет. Вы уже говорили в студии о том, что начальник областной милиции ушел на больничный, достаточно в то время, когда реально в городе реализуют антитеррористическую операцию. Начальник областного СБУ также в городе по-прежнему нет. Ну, по сути, определенный хаос сейчас царит у нас в регионе, в Луганске. А який взагалі настрій більшої кількості людей? Ми ж розуміємо, що, тобто, чи вони симпатизують, чи вони байдужі, чи вони готові якось вийти. Ми чуємо різні, тобто ми чуємо взагалі повідомлення про те, що люди, в принципі, в них крутна фінансова ситуація, і це насамперед їх турбує. Конечно, экономическая ситуация очень беспокоит луганчан, но огромное количество луганчан являются сторонниками независимой Украины, хотя и немало сторонников, которые симпатизируют той народной самообороне, армии, так называемой армии Юго-Востока, и действительно, которые подходят, чтобы поддержать их. Но я хотел бы сказать, что я оцениваю, что примерно 50 на 50 люди по-разному оценивают, но это вот мои личные впечатления, да, сегодня. Поэтому я вижу очень много людей, которые на самом деле, наоборот, обеспокоены этой ситуацией и хотели бы сохранить и жить в единой целостной Украине. Таких действительно очень много в Луганске. Вот. Экономическая ситуация, конечно, влияет, люди беспокоятся. Но больше всего людей волнует то, что они считают себя покинутыми, брошенными, прежде всего, центральными органами властями. Я очень часто слышу такой тезис от луганчан, что мы не нужны, нас никто не поддерживает, что центральная власть никак не может повлиять и не пытается даже повлиять на местную власть, на правоохранительные органы, которые бездействуют сегодня. И все очень боятся, что Луганск станет вторым Крымом, и, по сути, у людей не будет выбора, их скажут, что они завтра россияне и уже граждане другой страны. На самом деле, очень много луганчан этого боятся. И еще одно скажу, что я иногда в социальных сетях вижу тезис о том, что многие говорят, вот почему луганчане не соберутся, активно не подойдут и не выступят против этих террористов, которые захватили здание СБУ. Ну, я хотел бы ответить, что все должны понимать, что там находятся вооруженные люди, их очень много. Это люди захватили огромный арсенал оружия. Когда вы подходите к входу здания СБУ, там буквально сегодня, когда я подходил, там стояло около 20 человек, вооруженных автоматами. И это, по сути, террористы. Никакого мирного протеста. Я, например, без оружия. Оружие находится, большое количество луганчан также без оружия. И сопротивляться вооруженным людям, которые, по сути, являются террористами, может только правоохранительные органы, которые вооружены.
Либо же давайте вооружать луганчан, давайте вооружать мирных людей, чтобы мы также могли защитить себя здесь, в Луганске, как-то противостоять тем людям, которые захватывают здания. И на самом деле многие луганчане не чувствуют себя в безопасности сегодня здесь. Олексію, дякуємо. Олексій Корнелецький, керівник громадської мережі «Опора», з нами на зв'язку з Луганська.